каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Кызыле стартовала акция «Внимание, пешеход». За два месяца этого года на территории города зарегистрировано 7 наездов, в результате которых пострадали 8 пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 60%, когда было совершено 18 дорожно-транспортных происшествий. Однако с начала марта этого года в Кызыле в ДТП погибли 2 человека. В условиях гололеда водителям необходимо снижать скорость движения автомобиля, увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства, стараться избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. Утром и вечером, а также в темное время суток при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам необходимо максимально снижать скорость и быть предельно внимательным. Пешеходам перед тем, как выходить на проезжую часть, следует убедиться, что водитель вас видит и готов остановиться. В первый же день профилактического мероприятия сотрудники госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 19 водителей и 4 пешехода. Также задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, и один водитель, управлявший авто, не имея такого права. У нас оперативно-профилактические мероприятия идут. Внимание, пешеход! Вечером и днем у нас гололед, повнимательнее водитель. Маневры резкие не совершайте, соблюдайте дистанцию. Как отмечают сотрудники ГИБДД, далеко не каждый пешеход знаком с правилами дорожного движения. Соблюдение ПДД может уменьшить вероятность аварий. ФНС России проведет 23 и 24 марта дни открытых дверей во всех налоговых инспекциях. В дни открытых дверей время работы инспекции будет продлено. В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн-сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц, с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы и проверять задолженность. 20 марта началась регистрация на всероссийский конкурс «Доброволец России-2018», который в этом году пройдет в модернизированном формате и позволит поддержать еще больше успешных и перспективных активистов и их инициативы, сообщается на официальном сайте Роспатриотцентра. Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый, региональный, стартовал 20 марта и продлится до 1 октября. Все заявки регистрируются в единой информационной системе добровольцы-россии.рф. Каждый может зайти на сайт и увидеть, как какие проекты существуют в определенном регионе, выбрать интересующий, связаться с его участниками и проследить за ходом реализации. Это позволяет проводить конкурс максимально открыто, а также помогает активистам продвигать свои инициативы через интернет. Волонтеры от 8 до 17 лет будут оцениваться отдельно. Они представят экспертам инициативы, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения в номинации «Рожденные помогать», «Развитие культурной среды», «Вдохновленные искусством», «Помощи детям», «У истоков будущего», «Организацию комфортной городской среды вокруг меня», «Сохранение исторической памяти» и «Забота о ветеранах» под названием «Уверенные в будущем». Энергообъекты поселка Кахем в Туве будут реконструированы, для чего выделяется 733 миллиона рублей. Совет директоров Россети одобрил инвестиционный проект по строительству и реконструкции электросетевых объектов в поселке городского типа Кахем в Туве. По данным властей региона, в 2017 году бывший гендиректор Россети и глава Тувы договорились решить одну из острых проблем крупного пригорода Кызыла, поселка Кахем, который несколько лет оставался неподключенным к региональной энергосистеме и фактически жил без света. При этом в поселке проживает более 3000 человек. В Кахеме предполагалось строительство новой подстанции и линии электропередачи. В результате общая мощность трансформаторных подстанций должна возрасти с нынешних 3,7 до 6,2 мегаватт. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 50 копеек, евро 70 рублей 57 копеек. –
Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. Накануне около 17 часов вечера в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рабочая и Интернациональная произошло ДТП с участием четырех машин. По данным госавтоинспекции Кызыла, водитель автомобиля марки «Тойота» проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с другими автомашинами. Водитель автомашины марки «Тойота Версия», двигаясь в восточном направлении по улице Рабочая города Кызыла, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашинами Honda Civic, Renault Logan и Toyota Ipsum, которые двигались в южном направлении по улице Интернациональная. Совершив наезд на светофорный объект, данная автомашина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД УМВД России по городу Кызылу проводится проверка. В школах республики начался предварительный отбор кандидатов, поступающих в Кызылское президентское кадетское училище в этом году. Отбор начался 20 марта и будет проходить до 23-го, в форме, максимально приближенной к вступительным испытаниям КПКУ. При этом училище оказывает содействие Министерству образования и науки республики в проведении замеров. Предоставлены образцы заданий и критерии оценивания работ учащихся. Методические рекомендации по проведению испытаний по физической культуре. Замеры будут проводиться по математике, русскому и иностранным языкам, а также по уровням физической и психологической готовности кандидатов. После проведения предварительных испытаний в школах будет составлен рейтинговый список кандидатов. Анализ результатов выявит пробелы в знаниях по предметам и недочеты по физической и психологической готовности. В период каникул в школах будут проведены весенние учебно-тренировочные сборы кандидатов, поступающих в Кызылское президентское кадетское училище. Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауке России большинством голосов одобрил проект стандарта для начальной школы и отправил на доработку стандарт для средней. Об этом сообщает российская газета. К 28 марта все предложения по доработке должны быть представлены в Минобрнауке. Впервые в стандартах для школы четко прописаны предметные результаты по годам обучения. Например, ученик в 5 классе должен знать, как пишется «не» с прилагательными, изучить басни Крылова, прочитать «Муму», иметь представление о Древнем Востоке, Греции и Риме. В 6 классе положено знать правописание местоимений с «не» и «ни», употребление числительных в научной речи, прочитать Тараса Бульбу и Дубровского. И так по всем школьным дисциплинам, включая технологию, музыку и физкультуру. Стандарты по математике разделены на два уровня – базовый и углубленный. И прописаны все требования по классам. В Туве отмечена стабилизация ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает Минздрав Республики. По данным еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Туве, с 12 по 18 марта в Республике зарегистрировано 1393 случая ОРВИ. Госпитализировано 168 больных, из них 134 – дети до 14 лет. В Кызыле зарегистрировано 638 случаев ОРВИ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель выше на 7,7%. В
Туве определены победители регионального тура Всероссийского хорового фестиваля. Для участия заявки подали 12 хоровых коллективов, 9 взрослых и 3 детских. Всего участников 368. Дипломы лауреатов первой степени вручены 3 коллективам. Среди профессиональных детских коллективов – ансамблю «Хорагай», ДШИ, села Хуваксы. Среди профессиональных взрослых коллективов – Тувинскому национальному оркестру. Среди любительских детских коллективов – ансамблю «Дембелдей» из Улухемского района. Именно эти коллективы представят Туву на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который пройдет в апреле-мае этого года. Мэрия Кызыла сообщает о проведении турнира по национальной борьбе хюреш среди учащихся столичных общеобразовательных учреждений. Турнир пройдет 27 марта в спортивном зале 2-й школы Кызыла. К участию в соревнованиях допускаются юноши, учащиеся в общеобразовательных учреждениях города с 7 по 11 классы. Командное первенство по системе «стенка на стенку». В каждой команде участвует 5 учеников из одной школы. И абсолютное первенство. Принимают участие все желающие школьники. Магазин «Автомасел» предлагает качественные материалы для любых видов транспорта. За моторным, дизельным, трансмиссионным, гидравлическим маслом и не только. Для вашего железного коня, мотоцикла, квадроцикла или лодки отправляйтесь в магазин «Автомасел» по адресу Пушкина, 67. В наличии представлены разные масла, от синтетических до минеральных. Синтетика в 2 раза дороже. Она получена путем синтеза и химических реакций. Самое совершенное масло. Полусинтетика дешевле, чем синтетика. Оно не такое идеальное в своем составе, часто разбавляемое минеральным маслом. А вот какую марку масла купить? Не задавайтесь этим вопросом. Опытный продавец-консультант поможет вам в этом. Также в наличии имеются масла разных торговых марок – «Матюль», «Ликвимоли», «Тойота», «Шелл Хеликс», «Мобил», «Кастрол», «Зик» и многое другое. Самый главный плюс этого магазина в том, что любое масло вы можете купить на разлив в любом объеме. Свою покупку вы можете оплатить не только наличным, но и безналичным расчетом. За автомаслами и автохимией отправляйтесь в магазин «Автомасел» по адресу Пушкина, 67. В минувшие дни в Доме народного творчества в рамках официального открытия года волонтеров и добровольцев прошло республиканское собрание активной молодежи. Волонтеры-медики развернули площадку и представили компанию «Вавиол» – травы Тувы. Они рассказали о пользе тувинских трав и о фиточаях, которые приносят огромную пользу организму. Мы, Республиканский медицинский колледж, сотрудничаем с компанией «Вавиол». Здесь мы представляем продукцию этой компании, сборы для здоровья и травяные чаи, которые очень полезные и вкусные. Компания специализируется на производстве чайных напитков, травяных сборов, фитопродукции, натуральной косметики, мыла и шампуня ручной работы на основе диких растений и природных компонентов. Все растения бережно собираются в уникальных природных уголках, в высокогорье Саян, в безлюдной тайге, на берегах могучего Енисея, в окрестностях горных озер и опаленной пустынной местности, где берет свое начало пустыня Гоби. Чтобы получить максимальное разнообразие диких растений, производят сбор в Республике Хакасии, в Красноярском крае и в Республике Тыва. Спонсор выпуска погоды – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7, минус 9 градусов, днем плюс 5, плюс 7. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам.